Так, приветствую, ребята. Такой вот гость из прошлого поступил ко мне от дедов-пенсионеров. Значит, смотрите, тюнер Т101 стерео радиотехника. Рабочий, ну опять же рабочий, он-то включается, это понятно. А на пломбах. То есть вот так-то он включается. Индикация есть уровня сигнала, крутится тут все. Вот, но я еще выход не делал на ОНЧ, не подключал. Сейчас сзади покажу его. Так, вот у нас усилитель, телефон, выход, магнитофон. Это сюда вставляется антенна штырь. Вот это балда, это у нас магнитная антенна. Заземление. Предохранитель. Вот. Ну вот вход для УКВ антенны, там где стоит делитель. Вот. Сейчас покажу пломбы. Так, вот я его перевернул. Вот стоят пломбы. Написано РРР. То есть он не вскрывался. Что, конечно же, очень радует меня. Сейчас попробуем его разобрать и посмотреть, что там в середине. Так, момент истины вместе с вами снимаю. Вот платки. Сейчас верхнюю часть сниму, посмотрим, что там. Вообще, паялся он или нет. Потому что пломбы, ну, эта штука такая относительная. Не знаю, я тут вижу следы пайки, поэтому, может, это на заводе паяли. Вот здесь. Черт его знает. Ну, по крайней мере, надо будет его пропаять, потому что явно юбки есть. Он-то не молодой. Посмотрим, сейчас переверну его. Так, перевернул я его. Вот такой вот винтажный деревянный корпус. Не знаю, шпон, скорее всего. Да, скорее всего, шпон. Прям дерево. Прикольно. Деревянный. Так, что мы видим здесь? Внутри. Внутри у нас УКВ блок. Вот он, я уже видел его. На сайтах лазил, смотрел. Так, вот у нас индикация. Это КВ-блок СВ. В общем, будем смотреть. Детали, конечно, не ахти какие. 315 и прочая дрянь. Так что, может быть, как-то и оживим его. Черт его знает. Посмотрим. Вот внутри такая вот она. Вот эта настройка. А, не, есть позолоченные транзисторы, он КП-303, слава тебе, Господи. Это радует. Хоть ничего не выдрали. Вот у нас, скорее всего, на ОЧ они стояли. Или на смесителе, не знаю. Так. Вот КП-шки. Да, КП-303. В общем, буду... Извиняюсь. Попробую его восстановить. Ну и чтобы он занял достойное место в коллекции. Тут такой вот. Такой вот приемничек. Такой вот тюнер. Будем сейчас его смотреть. Кому понравился ролик, ставьте лайки, дизлайки. Что хотите, то и ставьте. Вот. С вами был УР3 QQC. Всего доброго. До свидания, 7-3.